Вот такие полезные инструменты вы увидите в этом видео, а те, кто досмотрит видео до конца, смогут получить подарок. Поехали! Всем привет, друзья! С вами канал Аль Пачино. В этом видео я вам покажу 15 качественных и полезных инструментов сайта AliExpress. При покупке пользуйтесь кэшбэком. Так вы сэкономите процент с покупки. Ссылки на товары и на видео, как пользоваться кэшбэком, есть в описании. А в конце видео будет ваш любимый конкурс. Приятного просмотра! И первым товаром у нас будут ножницы для резки пластиковых труб. Специализированный инструмент для демонтажных работ. Они необходимы там, где нужно укоротить трубу, либо заменить участок в системе водоснабжения. Удобны в работе и не требуют специальных умений или опыта использования аналогичного инструмента. Предназначены для быстрой и аккуратной резки труб под прямым углом с максимальным диаметром 42 мм. Трещоточный механизм сэкономит силы пользователя и позволяет работать с ножницами одной рукой. Стальное лезвие обеспечивает ровный рез. Прочный металлический корпус обеспечивает продолжительный срок эксплуатации. Бесконтактный индикатор переменного тока. Устройство для бесконтактного обнаружения напряжения переменного тока в диапазоне от 50 до 1000 вольт 50-60 Гц. С его помощью легко определить, находится ли провод под напряжением, что помогает обнаружить места обрыва в проводе или выявить наличие напряжения в розетках, выключателях, прерывателях цепей, проводах и кабелях. О наличии напряжения оповестит красный светодиодный индикатор, расположенный в наконечнике прибора. На корпусе детектора имеется специальный зажим для крепления в кармане рубашки или куртки оператора, благодаря чему прибор всегда будет под рукой. Набор для рассухаривания клапанов. Универсальные приспособления для снятия и установки клапанов как на снятой, так и на установленной головке блока. Для снятия и последующей установки сальников клапанов. Специальная конструкция фиксатора позволяет использовать его в большинстве бензиновых и дизельных двигателей. Адаптеры для сальников изготовлены на высокоточном оборудовании, предназначены для правильной установки сальников клапанов. Монтажные оправки для колпачков различного диаметра 5, 5,5, 6 мм, 6,6, 7, 8 мм. Пистолет для пескоструйной обработки. Предназначен для очистки различных поверхностей от грязи, ржавчины, остатков лакокрасочных покрытий и прочего. Конструкция пистолета выполнена с верхним расположением резервуара для песка, очень компактно и эргономично, что позволяет производить обработку даже в самых труднодоступных местах. Для работы с пескоструйным пистолетом используются различные абразивные смеси, отличающиеся по своим свойствам и выбираемые в зависимости от производимых работ. Применяемый абразив – это песок речной, кварцевый песок и электрокорунд. Домашний сканер для обнаружения скрытой электропроводки в стенах глубиной до 76 мм металла и дерева. Сканер имеет три режима работы – детектирование древесины, металла и поиск скрытой проводки. Отличительной чертой данного детектора является простота в использовании и большой ЖК-дисплей с яркой подсветкой. В режиме поиска металла сканер способен определить не только ферросодержащие металлы, но и медь и алюминий на глубине до 76 мм. Дополнительная звуковая индикация сигнализирует о нахождении металла, дерева или силовых проводов в толще стены. Набор резцов по дереву предназначен для работ по древесине мягких и твердых пород. Включает 12 специальных резцов с различной геометрией режущей кромки из закаленной стали на деревянной ручке. Лезвия резцов произведены из прочнейшей инструментальной стали и прошли процизированную заточку. В набор входят 12 предметов, что обеспечивает широкий выбор инструментов всевозможных функций и форм. Набор кругов для полировки авто. Это оптимальный инструмент для придания отшлифованным материалам необходимого внешнего вида и шероховатости с помощью ручного электроинструмента или специальных полировальных станков. За счет гибкости и эластичности они плотно прижимаются к поверхностям обрабатываемых изделий, точно повторяя их конфигурацию и тщательно полируя каждый квадратный миллиметр. Данные поролоновые полировальные диски на липучке показывают высокую износостойкость, механическую прочность и стабильность в работе. Могут использоваться в течение длительного времени. Бюджетный цифровой штангенциркуль предназначен для измерения наружных и внутренних линейных размеров, а также для измерения глубин. Большой дисплей с крупными цифрами позволяет с комфортом считывать показания прибора. Имеется шкала в миллиметрах и в дюймах. Штангенциркуль также имеет двухстороннее расположение измерительных губок для внешних и внутренних измерений, а также глубиномер. Установка нулевых показаний возможна в любом положении. Простой и надежный прибор для первичной оценки и замера.
Пазовый пружинный держатель для ремонта малогабаритных плат и портативной техники, мобильных телефонов, фотоаппаратов и тому подобных. Технологическая оснастка для удержания печатной платы в статическом положении позволяет работать, не занимая руки на удержание платы, и обеспечивает при этом отсутствие дрожания. Удобно при работе с монтажом мелких компонентов на плате. Уровень с лазером – простой, удобный и надежный. Карманный лазерный уровень позволяет проводить измерения и разметку без посторонней помощи. Если вы делаете ремонт, вешаете картину, устанавливаете мебель или выполняете другие работы по дому, требующие точной горизонтальной и вертикальной разметки, то этот прибор значительно облегчит вам жизнь. Уровень проектирует горизонтальный или вертикальный лазерный луч света, а также имеется встроенная рулетка. Такой рабочий гаджет идеально подойдет для любого задания, которое требует прямой линии или точного измерения. Инструмент для расширения труб. Особенность такого труборасширителя в том, что размер труб, с которым он может работать, начинается с 1/4, 6 мм. Ручной трубогиб компактен, прост в использовании и удобный. Его легко носить с собой при необходимости. К достоинствам инструмента также относится его низкая стоимость. Профессионально он может применяться, если гибка труб производится периодически. Инструмент нашел свое применение в автомастерских, ремонтных цехах малой мощности. Многофункциональная линейка «Шаблон». Этот инструмент будет полезен плиточникам в сложных условиях кладки кафеля. При его помощи с легкостью и высокой точностью можно сделать шаблон по средней плитке и перенести его на плитку перед резкой. Материал изготовления шаблона – это пластик ABS с метрической и дюймовыми насечками. В описании я оставлю пару шаблонов разной длины. Садовый степлер для подвязывания винограда и овощей. Это специальный инструмент для подвязки растений, который значительно облегчает работу садоводам и всем работникам сельскохозяйственной отрасли. Этот инструмент был разработан для подвязки декоративных и плодоносных вьющихся растений, лиан, винограда, плюща, огурцов и высокорослых садово-огородных культур, малины, помидоров. Особенно эффективен и удобен для подвязки винограда. С помощью него процесс проходит намного быстрее и легче. Небольшие тиски. Это мини-инструмент, который оснащен зажимом для крепления на столе или иной рабочей поверхности. Тиски обеспечивают надежный зажим нужных деталей в той плоскости, в которой необходимо. Винтовой механизм отличается высоким качеством и надежной фиксацией. Такие тиски больше подойдут для мелких деталей. Их корпус выполнен из прочного чугуна, а максимальный размер губок 40 мм. Цифровой лазерный дальномер. Служит для быстрого и точного измерения расстояния до объекта, а также позволяет узнать площадь и объем. Дальномер используется, чтобы самостоятельно, бесконтактным методом измерять расстояние до удаленных объектов и поверхностей. Простой интерфейс и многофункциональность прибора позволяют широко применять дальномер при проведении замеров в ремонтных работах, строительстве, ландшафтном дизайне, агрономии, инвентаризации, инженерной геодезии и еще много везде. Лазерный прицел позволяет указывать на объекты, удаленные на 50 метров. Также в устройстве есть встроенная функция для измерения по Пифагору, что позволит вам легко произвести более сложные измерения и быстро узнать величину катетов и гипотенузы треугольника. А вот и конкурс. Приз конкурса 100 рублей на счет мобильного телефона. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать в комментариях, какие напитки вам нравится пить. Участвуйте в конкурсе, и вам обязательно повезет. Спасибо, что посмотрели это видео. Всем пока!